Всем привет. Привет, привет, друзья. 23-24 августа в нашем офисе мы будем проводить вечеринку. Ждем всех одесситов и не одесситов, которые разделяют с нами наше хобби и любят коральчики, аквариумчики, рыбку и все, что с этим связано. И давайте мы спросим у Дениса, зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? Мы это делаем. Я возложил сам на себя миссию, скажем так, популяризации морской аквариумистики в нашем городе. И не только. И не только, да. Для обмена опытом, для общения мы делаем такую вечеринку. Да, но я больше отношусь к этому как к интересному общению и тусовке. Кто будет на этой вечеринке? И интересно, кто будет, кроме нас, Денис, расскажи, пожалуйста. Кроме нас мы еще позвали Виталия Полиенко с города Киева. Нашего друга. Нашего друга. Торговая марка Grand Marine. Grand Marine, да. Он привезет какую-то продукцию. Мы его попросим, может быть, провести что-то. Что-то рассказать. Да, о своей продукции и все такое. Также мы позвали... Подожди. И он будет делать какие-то эксклюзивные цены на свою продукцию. Поэтому можно что-то, в принципе, приобрести у него. Тем более одесситы сэкономим на новой почте. Да. Потом мы позвали Андрея Артемьева, это Coral Factory. Да, мы позвали его, Андрей обещал быть. Может быть, привезет какие-то кораллы эксклюзивные, которые еще не были никому показаны. Я наваливаю свет. Не были никому показаны, их покажут на нашей вечеринке. Да, Андрей Артемьев будет, будут кораллы и будет, наверное, от него какой-то доклад. Может быть, еще даже какие-то эксклюзивные цены от него будут тоже. Может быть, может быть. Еще мы позвали нашего друга Дмитрия Михайлова. Торговая марка Радиум. Радиум. Он выпустил наконец-то свои серийные светильники. Может быть, будет тоже презентация его серийного светильника. Ну, Дима, привет. Мы его ждем, Димчик, мы тебя ждем. Да. И также еще, может быть, будут ребята со Львова. Мы их тоже позвали своими кораллами, рыбами. Так что будет очень интересно. Да, даже если они не приедут, будет достаточно интересно. Теперь, Денис, давай мы спросим про регистрацию. Так как, ребята, для того, чтобы было весело, мы хотим с Денисом приобрести пепси, мороженка, кукурузку, пахлаву и кофе для нашей кофемашины. Поэтому давайте мы это видео запостим на Фейсбуке. И вы в Фейсбуке пишите, пожалуйста, имя, какой у вас аквариум, какой у вас опыт и что бы вы хотели послушать. Для того, чтобы мы сделали какой-то интересный доклад, ну, мы срез делаем, кто будет и что ему интересно. Поэтому, пожалуйста, регистрируемся, и вы получите скидки от тех, кто будет у нас что-то торговать, кого мы пустим торговать. И еще, те наши друзья, которых мы не позвали или, может быть, забыли, тоже напишите нам на e-mail о том, что вы хотите поучаствовать. Это совершенно бесплатно, мы всех ждем в гости, наших друзей. Да, друзей мы уже позвали, Денис Александрович. Но если кто-то хочет с нами потусить из других городов, что-то представляют, мы вас ждем. Пишите, куда ты сказал, пишите? На наш email. Куда-то пишите, и мы с вами пообщаемся. Участие у нас бесплатно, мы делаем это все на... Опять же, Денис возложил миссию, поэтому мы просто делаем... Итак, 23-24 августа, примерно с 10 утра до 17-18 вечера у нас в офисе, у нас в нашей студии, рады вас видеть. И будет весело, будет весело. Будет музыка, Тарас Николаевич поставит пару сетов своих. Пару сетов поставит своих, да, и кофеек с пепси,